Шоттиси произошел от танца, который упоминается в 1700 году. В первой половине 19 века его начали танцевать в Германии. Шоттиси от немецкого «шоттиш», то есть шотландский. Он пришел из Германии в Финляндию примерно в 1870-80-х годах. В Карелию пришел еще попозже, в конце 19 века. От польки шоттиси отличается ритмическим рисунком. Его могли танцевать под музыкальные инструменты, но чаще под песни в ритме шоттиси, таких, скажем, как маталанторпан, там, койвуноксат и другие. Пара начинает с внешних ног, направление танца в зале против часовой стрелки. Шоттиси идет на переменном шаге, и самое трудное – это вот поворот в паре. Итак, переменный шаг, и разделите поворот так, чтобы вы повернули сначала на 180 градусов, а потом обратно на 180 градусов, получится полный поворот. Раз, два, 180 градусов, три и четыре. Еще разочек поворотик, да? То есть ножками шагнули. Два, три и четыре. И опять мы можем продолжать танец, да, по ходу движения.